Это мы едем в Цетинье, город. Сейчас доезжаем примерно еще километров, наверное, 8 до парка Ловчин, точно он. Вот. Это мы сейчас поднимались по серпантину. Анчик, привет. Я была за рулем. Аня за рулем, да. Вот. Сейчас мы покажем нашу тачку. Вот. Это у нас Сивый Мерин местный. Hyundai у нас номер 314. У нас тут идет дождь, поэтому вы не смотрите, что мы тут кукожимся. Вообще-то малость прохладненько. Одеты тепло. А это красота. Вот едем через вот такую дымовую завесу. Сложно понять, куда едем. Некоторыми местами вроде бы, вот как мы сейчас с Анютой стоим, вроде бы нас видно. И через секунду, вот примерно как на заднем плане, дымка поднимается, опускается на дорогу. И все. И баста, приехали. Ну, конечно, красота вообще неописуемая. Очень сложно сейчас это рассмотреть, но на фотографиях это все видно. А так у нас все замечательно. Ну что ж, поедем дальше.